Z — это символ армии, которая воюет по старым советским учебникам. И думает, что огромное количество людей, бронетехники, колонны, которые идут, и невероятное количество живой силы, которую никто не жалеет, что это залог победы. И даже не имея много вертолетов, много истребителей и мощных ракет, можно побеждать врага, который, казалось бы, в мощном вооружении превосходит, но он не мотивирован, и он действует по шаблонам, старым, устаревшим шаблонам. Вооружившись дронами, включив голову, можно одерживать победу на поле боя. И вот таких вертолетов в украинских селах валяется много, истребителей российских.